Вышла со своей квартиры, иду я. Мне вчера Ленка деньги выслала. Пойду мишуру куплю. Еще что-нибудь. К соседу пришли алкаши в ленте. Все чистота у нас. Ребят, посылку матери нельзя. У нас здесь не посылают. Посылку не посылают у нас. Сказали, ну, не работает. У нас почта не работает, только для писем. Не знаю, что делать. Погода хорошая. Ой, вообще погода хорошая. Ой, такая погода хорошая. Пойду, ребят, дойду и обратно пойду. Вот, видите, какая погода. Ну, придется мне самой кого-нибудь просить. Не знаю, что делать, или поеду я в Калугу сама. Не знаю, что делать. Ой. Телепузики, такая погода хорошая. На телефоне написано у меня -1. Ой, ну вообще погода, гляньте. Снегу, конечно, намело много. Ну, тепло на улице. Ой. Я просто хотела, которая куртка мне пришла, хотела я. Она мне маленький, не мой размер. Матери. Матери на Новый год. Я не знаю. Мне сказали, ехай сама в Калугу. А вдруг там меня арестуют? Сами знаете, какое сейчас положение. Поехать-то можно, но... Гляньте, какая погода хорошая. О-о-о! Вообще поезд. Ой, ну вообще тепло на улице. -1. Сейчас придумаю что-нибудь. Ой. Может, сама поеду. Ой, не знаю, что делать. Гляньте, елочки. А снежок мелкий идет, ребят. Ой, на улице погода. Снегу намело много. Ой, шик погода. Ой, прогуляюсь сейчас. А то в 4 часа обратно мне идти. К 4. Идут телепузики. Снег идет мелкий. Но на улице очень хорошо. Сейчас прогуляюсь, чуть-чуть подышу воздухом. Ой, как хорошо. Сейчас магниты в пятерочку схожу, посмотрю. Так, телепузики, пришла я с магазинов. Это с пятерочки, вот все по акции, вообще дешево. Это я внукам взяла, я все за эти добираю им. Их два внука, я им одну себе, другим по одному внукам. Внукам. Это себе взяла, это вообще 59 рублей пускай лежит. Это по 54 рубля по акции. Это вчера Лена выслала мне деньги. Лен, вот я купила для елки маленькой. Огоньки сейчас наряжу. И вот это мишура. Это в пятерке, а это в нашем магазине у Лёшки. Вот. Сейчас акция идет. Там много, но я не стала то. Телепузики, а это с магнита тоже все по акции взяла. Там молоко, гляньте, я молоко просто беру, 41 рубль. Это тоже с изюмом, я себе взяла. Это по 86 рублей. Вот это икра хорошая, я открывала, показывала. Это 20 рублей. Ну, это 10 рублей, это 13. Фасоль взяла, 28 рублей. И это 20 белая, не было белой, взяла белую. И оливки тоже
моя цена зеленая. Зеленых не было, только такие. Вот зеленую еще взяла и такую. И внукам взяла. Все в холодильник уберу. Надо там, я там и детям беру пополам. И посмотрю, там есть у них, я отложила или нет оливки. Если что, докуплю им оливки. Вот так, это магнит. Конечно, до Нового года я фрукты им наберу. И конфет хороший, и все. И денежку дам. Ой, как я устала, ребят, я вся мокрая. Надо было потоньше куртку одеть. Ну, тепло на улице, вообще тепло, поменьше куртку одеть.